Здравствуйте, мои дорогие зрители. Поздравляю вас с праздником, с верным воскресеньем. Здоровья вам, счастья, благополучия. Сегодня хочу вам показать перепелят. Я их выселила уже в птичник, в брудер. Из дома мы их перевели. Вот они, красавчики. Поставила им вот такую уже кормушку. Они прям такие крошки еще залезают прямо в кормушку. Уже обычную поилочку, но в поилочку мы сейчас еще принесу фольгу, положу, трубочкой скручу, чтобы они не могли утонуть. Немножко насыпала комбикорм так на пеленочку, потому что еще не все могут залезть туда, есть еще такие крошечки совсем. Вот, ну вот наши перепелята благополучно переехали в курятник. Вот такие у нас на сегодняшний день котлеровские цыплята. Красота какая, смотрите, какие они пестрые, расписные. Вот они, умницы. Перевела их уже на дробленочку, дробленая кукуруза с пшеницей 50 на 50. Вот такие ребята. И всех сейчас весна, кто линяет, пропаиваю витаминками. Вот такие мои бролерята. Скоп 500. Растут, ребята. Ну, конечно, мои мини-мясные, мои фавориты. Вот они такие. В руки лезут ручные. Такие спокойные, интересные ребята. У них тоже, смотрите, дробленочка уже. Очень холодно у нас. До минус 3 у нас мороз обещают. Я им подстелила на опилке еще соломы, чтобы было теплее. Моим малышам лампы у них уже нету, они не греются. Но сарай у нас достаточно теплый. Вот такие, ребята. Вот такая красота. Вот эта дама шумит. Мы сделали вот такую перегородку, перегородили сеткой. Жесткая пластиковая сетка, очень жесткая. Чтобы ни в коем случае мини-мясные не смогли перелететь к нашей Дуне. Вот так на данный момент выглядят мои красавчики, мои галашейки. Очень сильно линяют, упала яйценоскость. Значительно упала сегодня. Сейчас у нас в среднем в день 9-10 яиц. Но они вообще у меня лысенькие ходят, курочки. Очень сильно линяют. Закапризничали. Сегодня насыпала, вот им пшеница у них была. И кукуруза. Кукурузу съели всю, да, зернышко. Пшеница лежит. Не хотят пшеницу есть. Вот такие капризули. Ну вот, конечно же, мои легорны. И красавчик. Красавчика я продавать буду ближе к лету. Наверное, через месяц где-то. Вот, потому что легорны у нас уже старушки. Вот. Старушки, они еще, конечно, не сутся, но уже совсем мало. Сейчас я беру от них инкубационное яйцо. У нас будут цыплята, помесь легорна и галашейки. Вот такой парень. Сегодня или завтра будут закладывать инкубатор. Тоже. Пшеница, кукуруза. Там у меня в кастрюльке ракушка. Ну, ракушку они вон загребли солонкой. Сорные ребята. Немножко мешанки у них еще осталось. И витаминки. Нету еще яичек. Еще лазер по гнездам, но яйца еще нет. Ну и утро. Еще рановато. Ну, вот такие у нас перепелочки. Труженицы мои. Красавицы. Кушают и несут яйцо. Всего хорошего вам, дорогие мои зрители. Заходите на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я очень буду рада вам.